У берегов реки Каратаеха, что в Ненецком округе, продолжается спецоперация по устранению утечки дизельного топлива. В Каратайке уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации. В населенном пункте организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС. Напомню, по некоторым данным, ГСМ в реку попало из затонувшей баржи. Объемы утечки пока неизвестны. На месте ЧП установлены боновые заграждения, там работают спасатели и местные специалисты. Добавлю, в районе Каратайки сейчас сложные погодные метеоусловия. Направлена группа специализированного аварийно-спасательного подразделения Мурманского в данный район. Сегодня они осуществляют там работы. Распространение угрозы утечки было ликвидировано в кратчайший срок. Также в ближайшее время на место ЧС вылетит вертолет, на борту которого боновые заграждения и дополнительные химреагенты. Угроза экологической катастрофы отсутствует.